Брат, к вам пришла госпожа Гунуль, хочет поговорить с вами. Так в чем же дело? Пригласи ее сюда. Добро пожаловать. Я очень рад, что ты все-таки надумала поговорить со мной. Я не за этим сюда пришла. Нам нет смысла обсуждать это. Я пришла к тебе по просьбе одной матери. Сейчас не важно, что пережила когда-то я. Не знаю, как пришлось тебе, так же страдал, как я или нет, но сейчас... Я пришла просить тебя о помощи. Похитили племянника Куркута. Это тот, кто стрелял в Тахсина. Не помню, кажется, Илмазом зовут. Ты сможешь найти его? Смогу. Только одно твое слово. Прошу. Я потерял сына за то, что заставил тебя страдать тогда. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я никогда не хотела, чтобы кто-то оплакивал своего ребенка. Даже ты. Надеюсь, рано или поздно ты сможешь простить меня. Все здесь так, как ты хотела. Все так, как ты мечтала. Ты помнишь? Даже мы говорили... Нет. Значит, я все забыла. Нет. Ты не могла забыть этого. Знаешь, чему меня научила жизнь? Сколько бы лет ни прошло, но моя любовь к тебе не угасла, а придала мне сил. Моя любовь в прошлом. От нее остались лишь страдания. Я в это не верю. Потому что после тебя я никого не смог полюбить. Ты причинил мне огромную боль так, что после тебя я так и не смогла довериться другим Мемдух. Поэтому я осталась одна. Только поэтому я ни с кем не связала свою жизнь. И превратилась в живой труп.